Значит, наш АДМ-1 погорел. Мы здесь все собрались и погорельщики. Мы остались без своих ботиков, без своего товара, без договоров, без своих документов. Вот. И теперь мы требуем, значит, у нашего администратора, чтобы он нам, во-первых, чтобы он нам возместил арендную плату, то есть мы платили за месяц вперед, за май вперед, чтобы он нам сегодня же и выдал эти наши деньги. Плюс к этому, чтобы он нам сейчас, в данное время, чтобы мы так не восставали, выдал здесь и помещение, которое свободное, и выдал нам, как говорится, нашу компенсацию для того, чтобы мы могли чем-то торговать. И еще, чтобы разъяснили и объяснили, из-за чего стал пожар и почему не могли за свое время потушить, а ждали, когда догорится полностью, да, возгорится. Мы не знаем, что делать. Голову пеплом посыпем и сидим. Что нам еще делать? Ё? Не знаем. Ждем помощи, ё-мо. А что за товар у вас? У нас обувь была женская. Все сгорело. Все сгорело, все сгорело. От матери наследство осталось, все вложил сюда, закупился, все пропало. Без хлеба осталось, семью кормить не знаю чем теперь. Маленький ребенок у меня, ему. А какой ущерб, сколько? Только долгов 3 миллиона осталось, которые завтра пойдут спрашивать с меня. А сколько в общем, я даже затрудняюсь ответить. Инвалид первой группы. Я слепой человек, незрячий. Мы хотим посмотреть, что там есть, нету. Они нас даже туда сейчас не пускают. И мы не знаем. Вот мы сидим здесь. Уехали вчера поздно домой. Приехали в 6 утра. И вот с 6 утра мы здесь ходим. Мы все сгорели здесь. Мы сидим и не знаем, что дальше делать. Они ничего не говорят, молчат, представители, понимаете? Вот по очереди, по чуть-чуть людей стали, сегодня только стали запускать, чтобы вынесли хоть какие-то коробки. Пусть они в воде, пусть они хоть как-то, но чтобы хоть что-то это вытащить. Но самое то, что интересно, это никого не говорит, не подходит, ни администрация, никто не подходит, не говорят это нам. Мы вот все вторые сутки, мы все не видим, только от одного забора, то так по второму забору. Мы только подходим и все. Чтобы можно было хотя бы народу объяснить, что, как, что.